Здравствуйте, Марк. Если вы и вправду больны, почему у меня столько фотографий, на которых вы так увлеченно наслаждаетесь жизнью? Давайте проверим, насколько тяжела ваша так называемая болезнь. Сейчас в ваши вены введен медленно действующий яд. Противоядие находится в сейфе. Помогите! Шифр к замку написан на стене. Поторопитесь и введите противоядие, только смотрите под ноги. Кстати, вещество, которым вы облиты, огнеопасно. На вашем месте я был бы очень осторожен со свечой. Кто-нибудь! А иначе все люди, которых вы нагрели, будут отмщены.